здесь проходит урок вратарского искусства для юных футболистов, тех футболистов, которые уже определились со своим амплуа, хотят стать вратарями. Другие, может быть, пробуют стать вратарями, хотят получить. Ну и тренируются. А вратари главной команды тренируют тоже качество. Тренирует, ну, очень, я считаю, с точки зрения именно человеческих, морально, вратари главной команды, как бы так, тренируют морально-нравственные качества. Ты работаешь туда. Стай спокойно, мячик ты прыгаешь. Вот, ты тоже, молодец. Вот, хороший. Никит, посильнее старайся, ногой давай, парни. Во-первых, есть условия для тренировки, вы видите, поля есть, все, и футбольная школа есть. Конечно, главное все зависит от них, от самих ребят. Вот тренер правильно сказал, что 10% таланта, а 90% это работа. То есть вот, пожалуйста, приходите, работайте, школы есть, все есть на данный момент. То есть все великолепно, работайте. Все от ребят зависит, главное, чтобы было желание.